Всем шалом, Рузахайбу, дорогие друзья! Сегодняшнее видео мы начнем с небольшого предисловия. В этом видео я хочу показать вам отличие диалектов различных горских евреев, а именно диалекта дербентских евреев от диалекта кубинских евреев. А еще хочу добавить, что это видео носит исключительно юмористический характер и надеюсь, что оно никого не заденет. Всем приятного просмотра! Ну, сипиля ну. А с хамиди я? А, нон гуит я. Намунди нон, варасты. Иму ну адей гуфтиранем. Паста шекер истиш, мура. Тахир коридор брай таки чисагини. Саг боши. Хошо море. Ну, маши могум чу гуфтиани гей. Ну ж гуф бирани. Багда паста чу гуфи. Паста на ай багда. Эри эй, идар бандиор эйч варасилан аспира. Тура хабар ее за худо чутан гуфтиани га? Чутам. Ов хуна, еле бебей меджон. Моя хадом гаришим го китайте варсе ле йора. Еле чуни, еше нирой ме гиро дар бастара чушан фтея йота астани. Чутам. Сахт сохта. Сахт сохта, бебей меджон. Одам еше чему гую, аз йор чушан вадишену мей мой кора. Аз ишму два азда монаты. Издачи герек нести. Хм, издачи реш не выгурд. Чубири буйра, халозари гуй гасару. Кто бы мог подумать, что такое слово как хлеб, слово, которое мы употребляем каждый день, у нас звучит по-разному. У дербентских евреев оно звучит как ну, буква Н и буква У. Кубинские же говорят нун. Просто плюсуем одну букву Н. Есть еще одно слово, которое отличается по такой же логике. Это слово жена. На дербентском диалекте это звучит как за, а на кубинском диалекте зан. Второе слово – это слово потом. Кубинские евреи говорят «багда», дербентские же говорят «паста». Для меня слово «паста» звучит очень странно. Наверное, так же, как и для дербентского «багда». Так что все справедливо. Третье словосочетание связано со словом «уборная». Я думаю, что немножечко некрасиво обсуждать тему уборной, поэтому просто запомните. У дербентских «овхуна», у кубинских «зухут». Четвертое. Закрывать дверь. Кубинские евреи говорят «дербаста». Дербентские говорят «дарсахсохта». Логика есть и там, и там. «Дарбаста» дословно переводится «дар» – «дверь», «баста» – «закрывать». «Дарсахсохта» – «дар» – «дверь», «сахсохта» – «укреплять». Не понимаю лишь одно – зачем нам две разновидности этого словосочетания? На этом различия в диалектах подошли к концу, и мы переходим к разбору устоявшихся еврейских выражений на джури. «Бебей меджон» – дословный перевод «О, отец мой». Это выражение употребляется, когда человек очень сильно удивился. Например, если это видео наберет 5000 просмотров в Инстаграме, то я точно скажу «Бебей меджон». «Муахма гариш писто» – дословный перевод «У меня запуталась голова». Это выражение употребляется, когда человек устал от лишних звуков или от большого количества информации. Или ему просто надоело слушать чье-то монотонное вещание. Надеюсь, что от этого видео ваш муах гариш нимбу. А если и становится, то только сейчас, потому что на этом наш разбор подошел к концу. И всем спасибо за просмотр и обязательно пишите свое мнение в комментариях. Друзья, до новых встреч!